Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи и Овер, и мы снова играем в Сампец. Всем привет, ребятки. И как вы видите, сейчас мы отправляемся на нашей просто шикарной машине. Люкс-класс, как говорится, естественно. Мы, ребята, отправляемся сейчас в казино, где нам дадут очередное РП-задание. И я уже реально в предвкушении, мне интересно, что же у нас сегодня будет. И, блин, это... Я вот, очень здорово. Смотри, я не в мафии, да? Я, можно сказать, такой агент под прикрытием, да. Если что, буду. Кстати, да. Ну смотри, нам, во-первых, как мне кажется, на задание нужно будет потом обязательно заехать и закупиться, там, не знаю, аптечки купить. Конечно, там, да. Маски, потому что, ребята, как же выполнение задания без этого? Так, ну подъезжаем мы, значит, к казино на нашей элитной машине, припарковываемся у остановочки. Так. Так, вот, получается, у нас казино 4 дракона, мы в него заходим, и давайте... Какой-то чувак подъехал. Так, ладно, заходим. Надеюсь, нам никто не помешает, потому что, как бы, типа, эта встреча должна быть, знаешь, такой засекреченной, ну, такой, знаешь, типа, чтобы никто не знал. Да-да-да, давай я в машинке подожду, а то там второй уровень нужен. Серьезно? Да-да-да. О, понятно, понятно. Так, ладно, мы заходим в какой-то ресторан, и тут меня уже поджидают. Рюх, какая встреча, какая встреча. Так, по-итальянски давайте поприветствуемся, сальве. Получай там задание, потом мне расскажешь, что надо будет делать. Да, естественно, я тебе расскажу. Так, вот я, значит, с ним поприветствовался, но, к сожалению, стульчика для меня здесь нет. Сесть я, к сожалению, здесь не могу. Но я тогда, пожалуй, пока что постою. Так, он думает, наверное, я не знаю, сейчас, скорее всего, дадут нам задание, как он мне говорил, потому что, когда нам в чате только что написали недавно про это, он хотел надать РП-задание. Подойди поближе. Так, ну я вроде и так стою близко, ну ладно, хорошо, давай, подойди поближе. Хорошо. Так, хорошо. Интересно, какое задание нам дадут? Да, вот реально, вот прям вообще вот. Уже побыстрее бы узнать, положил на стол фотографию. Нифига себе, смотри, прям как отыгрывает жестко ТРП. Может убить кого-то надо будет? Фотографию. Стола. Ой, я написал фотографию. Что я написал? Фотографию. Извиняюсь, ребята, так. Нам нужен один сеньор, то есть, скорее всего, на этой фотографии изображен какой-то человек. И сейчас он нам говорит про какие-то приметы. Так, интересно, интересно. Давайте-ка узнаем, ребята, про что он нам сейчас расскажет. И... Так, всегда в капюшоне, всегда. Так, в капюшоне. Понятно. О-хо. Так, да, Димон, есть какие-нибудь, может быть, догадки, кто это может быть? Нет, капюшон. Вот пока нет. Ну, в принципе... Так. Нет, пока я не знаю, кто это. Похож на древних ассасинов. Ой-ой-ой, нормальные такие приметы, ребят, да, вот, описывать человека вот под таким, ну, блин, ну это смешно, похож на древних ассасинов, когда проходишь мимо него, ну-ка, интересно, что они еще расскажут про этого человека, на которого нам нужно, скорее всего, это какая-то слежка, если принюхаться, когда проходишь мимо него, если принюхаться... Понимаешь, что за это, мол? Это, наверное, про бомжа, да, если принюхаться? Скорее всего, да, как мне кажется, речь реально идет про какого-то бомжа. Отдает тонким запахом лосося. Чего? Это мол. Это просто, ребята, вы когда-нибудь видели вообще такое? Он хитер, осторожен. Знаете, сейчас речь идет просто про бомжа, обычного бомжа. Он хитер, он опасен, он осторожен. Ай, блин. Это знаешь, как с виду ангел, а под... Да. Так, ну это типа все улики, да, которые, все описания, которые нам дадут. Крайне проницателен и очень любит деньги. То есть, ну бомжи же, они любят деньги. Да, это реально бомж. Так, такс. Я понял. 90 из 100 он их у вас просит. Воу. А, ну это точно уже бомж. Мне прям сейчас заблудили, короче, в смс. Передай привет Лехе Выдрину. Привет, Леха. Есть что добавить? Так, я пока выключу телефончик, короче, ток, понял. Так. Си, ну-ка, Люка тоже хочет что-то добавить. Мне интересно, ребята, все же, что нам еще могут сказать про этого бомжика. По-моему, реально все же, ведь все же сказали про бомжика. Да-да-да, но вот про ассасина это вообще супер было. Потому что, знаешь, есть такой мем, я даже знаю теперь, какой скин. Будьте крайне осторожны. Хорошо, хорошо. Осторожность. Мое второе имя. Осторожно, мое второе имя. Так, ну мы в... Так.
После того, как мы найдем его, мы найдем его. Я позвоню. Собери фотоматериал, выследи. А, надо фотоаппараты, да, надо будет купить? Да, нам нужно будет сейчас обязательно заехать и купить фотоаппараты, аптечку и... Масочки, да? Фото тебе поможет, возьми его. Хорошо, да. Так, Ми взял фото со стола. Ми положил в карман. Так, ну все, смотри, мне нравится, знаете что, ребята, что реально есть огромный, прям такой, знаете, огромный уровень РП, сразу видно то, что все его отыгрывают, и это, блин, это здорово, это реально здорово. Класс. Так, ну все, Димон, я возвращаюсь, нам дали задание свежее, давай. Ребята, у нас сегодня, сейчас нам надо будет заехать, получается, в магазин, чтобы, соответственно, купить фотоаппарат, и мне кажется, то, что тот самый человек, который подходит под все эти описания, находится где-то в городе Лос-Анджелес. Да. И, как мне кажется, он там не один, их там очень-очень даже много. Так, ладно, Димон, я возвращаюсь в тачку, давай, нам нужно, значит, заехать, и так, лог 2, ага. Погнали. Все, я съел, давай, поехали. Погнали. Так, ну ой, кто, что такое, да, слушай, мы на задании, поэтому нам нельзя отвлекаться, так, мы на задании, нам нельзя, мало времени. Все, погнали, да, погнали. Привет, мы, кстати, ему уже передавали, Леша. Да. Так зовут. Стой, ну прям смотри, он сейчас за нами вяжется, нам нужно от него избавиться, потому что, ребят, ну сами понимаете, РП задание. Секретность, все такое, надо аккуратно. Да, засекреченность. Так, Димон, у тебя-то денежка есть? Да, у меня хватает. Отлично. Ой, прям этот звук, как мне нравится, так. Аптечку, значит, покупаем. Так, что у нас по здоровью? Нет, пока не буду использовать. Так, аптечка. Потом фотоаппарат, маску еще обязательно и... Получается, остается нам фотоаппарат купить. Так, слушай, так. Так. Слушай, не мешай, плез. Мы просто на секретном задании. Так, ладно, погнали. Все, давай, поехали. Садимся в нашу тачку. Слушай, ну, конечно, мы могли, конечно, сесть вот эту итальянскую машину, чтобы он вообще ни на чем не уехал отсюда, и чтобы он реально не преследовал нас. А, ну да, могли, кстати. Как бы уже ладно, так, все, погнали. Ну, блин, вот если он сейчас за нами поедет, то это будет не очень хорошо, на самом деле. Да. Так сказать, он может оборвать нам РП. Процесс, да, он может там реально оборвать задание. Потому что мы будем это следить, у нас будет слежка. И, ребят, ну, на самом деле, вот эта тачка, она, ну, хорошая такая, я вам бы так сказал. Потому что мы, когда ехали с Димоном просто в особняк, мы чуть не обогнали ментов. Да. Понятно, просто понятно, вот так, значит, нас встречают на мосту ЛС. А вот тот подписчик, короче, который нас преследует, он, смотри, он одел маску, значит, типа не мешает, понимаешь, типа не мешает. Понятно, короче, слушай, а может мы как-нибудь свернем, блин, но он на самом деле увидит нас в любом случае. Ладно, смотри, я предлагаю, где мы можем найти такого бомжика? Мне кажется, где-то, ну, на ЖДЛС, наверное, где-то у мэрии. Скорее всего, да, в этих местах. Если у Берри, то где же нам занять там какую-нибудь, не знаю, может быть, позицию нам нужно, по-любому какую-нибудь занять-то позицию нам надо. Аккуратненько тогда подъехать где-нибудь. Да, аккуратненько подъехать и начать, собственно говоря, слежку. И следить мы будем, конечно же, из фотоаппаратов. Ну-ка, что-то есть. Да, ну-ка. Какое-то у нас КПП тут своеобразное. Ну окей, так, давай поедем пока что вот по этой дороге. Может быть, даже у нас получится отстать от того подписчика. Да. Короче, ладно, смотрим, что у нас здесь такое. Нам нужно занять какую-нибудь хорошую позицию для нашей, собственно говоря, слежки. И у меня есть маленькая такая идея небольшая, но вот я не знаю, получится ли у нас это сделать или нет. Сверху посмотреть, да? Так, ну ты здесь думаешь? Мы не допрыгнем, смотри, здесь мы, к сожалению, не допрыгнем. Или допрыгнем? Ну давай попробуем. Блин, ну так-то пробовать это очень рисково, потому что, не знаю, слушай, мне прям страшно. Так. Ой! Ну, зачем? Я думал, я залезу на бордюрчик вот этот. Ай, слушай, я тоже, короче, не получилось. Ладно, стой. Оставим пока что нашу тачку там. Если что, просто потом за ней вернемся. Окей, Димон, надеваем, кстати, маску, одеваем. Так, маску. Масочки. Маску срочно одеваем. Слушай, мы как-то с тобой еще находимся, смотри где. Просто в полицейском участке два незнакомца одевают маску. И ничего такого, да. Ничего странного такого нет. Так, ладно, смотри. Достаем, значит, фотоаппарат. У меня есть 15 снимков, и у тебя есть 15. Да. Так, смотри. Опа! Мы номер один. Роберт Сингман.
По-моему, слушай, ну он, по-моему, он не стоит в АФК. Но под описание походит. Подходит. Под описание тогда он подходит. Давай, короче, смотри, давай как будем делать. Понюхаем его, пахнет лососем. Просто понюхаем, давай. Слэш трай, воняет лососем. Лососем. Если да, это не он. Все, Димон, все, не он, побежали. Так, это не он. Все, погнали дальше. Погнали искать другие. Лед просто подошел, и мы прописали просто воняет лососем. Понимаешь? Тип, что за лол такой? Так, ладно. Слушай. Смотри, вон еще один. За автобусом, за автобусом. За автобусом? Так, давай, прыгай. Ну-ка. Слушай, наверное, в автобусе. Не, вон он выбежал, смотри. Вижу объект. Видишь, да? Так, смотри. Нам сказали то, что он будет просить деньги. Давай подойдем и... Так, подожди, ну под... Опа, сел. Понимаешь, просто, ну, как же... Мне давали, когда задание, мне говорили 90% из 100, то, что они будут просить деньги. Так, давай, ну-ка. Подожди, сейчас, наверное, попробуем. Это не он. Так, Димон, смотри. Ну-ка. Еще один объект. В машине, да? Еще один объект, так, подожди. Я его на всякий случай сфотографирую. Чарлиз Морган, давай подойдем к его тачке и, ну-ка, тоже проверим, как бы. Ну-ка. Слэш трай. Давай теперь ты проверяй. Так, значит, давай. Я типа солюсь сейчас со стоночкой. Ты как бы, у тебя скин бомжа, поэтому тебе вообще, ну, как бы, претензий никаких. Как бы, вот, поэтому давай. Так, и кто у нас? Опа, это он. Это он? Ну, наверное, вот, скорее всего. Нет, только 150. Мама на обед. Ой. Слушай, короче, смотри, давай как сделаем. Так, не достал фотографию. А, нет, это надо делать издалека. Да-да-да. Делать издалека, чтобы он типа... Ну, пока, мне кажется, он не особо догадался, то что как бы за ним ведется слежка сейчас. Так, давай будем делать как? Вот отсюда, в принципе, у меня есть хороший обзор на его тачку, на, собственно говоря, на самого бомжика. Вон, я вижу, он сидит в тачке. Так, если что, я сейчас фотографируем. И смотри, он даже стоит, как будто, ну, ждет, как будто сделки, что ли, какой-то. То есть, смотри, стоит. Да-да-да-да-да. Просто ждет чего-то. Так, ну ладно, давай тогда сделаем это так. Слэш ми, достал фотографию. Фотографию. Так, ми проверяет схожесть. Проверяет схожесть, слэш трай. Трай. Так, и чё, трай? Так, бомж похож. Я не знаю, что, короче, бомж похож. А, бомж. О, там смотри, там еще один к нам бежит. Похож на подозреваемого. Димон! Ну-ка. Это он. Он? Это он. Да. Смотри, ты подошел, от него воняет лососем. Я проверил на фотографию, он просто один в один. Денег он, конечно, не просил, но у него просили деньги. Да, поэтому да. 100% схожесть, ребята, поэтому мы нашли наш объект. Итак, Димон, нам нужно сделать как можно больше фотографий. Смотри, у меня осталось еще 11 снимков. У меня 13 есть. Так. Давай на контру присядь. Так, стоп, почему у меня контур не работает? Что такое? Так, не понял. У меня что-то контур не работает. Слушай. А у меня с аппаратом в руках не садится. Ай, слушай, походу... А, я понял. Нельзя с фотоаппаратом просто... Да. Так, давай где-нибудь сбоку нужно сфотографировать его. Так, сейчас мы наблюдаем, походу, за какой-то сделкой. Ну, смотри, реально похоже, как будто он реально стоит, сидит просто, ну, в тачке его, да, и ждет чего-то. Да. Смотри. Обычно бомжи, ребята, они, знаете, двигаются как хаотично, то есть... Бегают, прыгают там где-то. Да, все время требуют денег, и... А этот, смотрите, спокойный такой... Так, вот тоже надо. Так, надо из-за деревца вот так его сфоткать. С этого здесь ракурса, значит, сфотографировать. Есть. Так, отсюда тоже не помешало бы нам фотографировать его. Сфотографировать. Уезжает! Фотографирую! Номера тачки. Сфоткал. Отлично. И за ним бомж еще этот бежит. Походу, я не знаю, что произошло. Может быть, мы его спугнули просто, но может быть. У нас его есть. У нас есть фотографии его машины. У нас есть фотографии и самого его. И так, время. Давай, кстати, еще на всякий случай время пропишем C060. Чтобы, естественно, нам это все. А, ваш телефон выключит, топ-коны. Так, давай. Надо включить. C60. Чтобы у нас, естественно, был, ребят, отчет небольшой о нашей работе. Так. Итак, значит, Так, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все, значит, мы все это заскринили, мы это все засняли, если что, у нас это все пойдет, естественно, в наш отчет. Так, Димон, а где наша тачка? Она на мосту сверху. Блин, а что, и как нам теперь подняться-то? Так, а я не знаю, где ближайший подъем, наверное, далеко. Слушай, я тоже не знаю, но давай будем искать его, ёлки-палки, ну как же так?
Но, как мне кажется, будет ближайший подъем вот где-то вот здесь, вот, да, смотри, здесь прям уже спускается дорога, вот. Ага. Ай, блин, ну, ай, вот здесь не допрыгнешь, ведь, ай. Херово, ну тогда бежим дальше. Вон, подъем, по-моему, прямо. Да, нужно прямо просто бежать. Блин, как-то фигово на самом деле получилось у нас сейчас, ребят, то, что тачка у нас сверху, а мы как бы снизу. Ну ничего, ничего страшного, как бы, сейчас мы быстренько пробежим и... Как ты думаешь, куда он мог поехать? Я вот не знаю, в принципе, может быть, он просто поменял точку, я не знаю. Ну вот, например, он сейчас стоял у мэрии, а как бы направляется сейчас, ну, к примеру, я не знаю, ну, возможно... Там АВ, то есть автостанция, там, где автобусы обычно. Ну да. В принципе, мы можем просто проехать мимо и как бы проверить, может быть, он стоит там и продолжим за ним съемку. Как бы чем больше фотографий, соответственно, тем больше у нас будет улик. Чем больше, у нас доказательств определенно к этому делу. Так, вон наша тачка там. Да. До сих пор стоит на месте. Ну, конечно, кому нужно такой корыто-то, да? Ой, так, я помню даже, когда арендовал эту тачку, какой-то бомж просто подошел и говорит, типа, у тебя слишком много банок, у тебя, ну, как бы в кузове лежит, можно я возьму себе? То есть, видишь, тут, вот, сколько? 1, 2, 3, 4, 5 банок от спрайта, офигеть. Так, давай, садимся в тачку. Открывай, давай. Сейчас проедем, получается, мимо автостанции и посмотрим, возможно, он как бы до сих пор там стоит. И как бы до сих пор на нас сейчас маски, поэтому мы до сих пор остаемся неприметными. Да. Против нас ничего не скажешь. Конечно. Так. Это круто. Оп. Отлично. Хорошо. Замечательно. Так. А здесь мы, блин, я на самом деле боюсь здесь спускаться, потому что есть как бы шанс на то, что мы просто навсего перевернемся, да, и все. Да. Поэтому, да, ё-моё. Ну как вот так вот вообще можно было сделать все это неправильно? Так, ладно. 98 центов было написано на магазине. Здесь у нас что? Какие-то театры. Ну-ка, партия ну-ка. Надежного будущего. Вступай к нам, и следующим президентом будешь именно ты. Ну, конечно! Конечно, да. Вот, ребята, вот вы верите, Владислав? Лично мне что-то как-то не верится в это. Так, смотри. Так, тут его нигде нету. Давай посмотрим. В принципе... А вон его машина. Да ладно, вон его машина. Смотри, зеленая, похоже. И там рядом с ним какой-то клиент. Опа! Сел в машину к нему. Сел кто-то. В машину. Давай фоткать тоже срочно! Срочно, ну что, нельзя упускать! Я успел сфотографировать. Это он! Он? Он вышел из игры? Не знаю. Он просто вышел из игры. Да? А машина уехала куда? Машина, она не уехала, она пропала. Серьезно? Да. Походу он понял то, что за ним ведется слежка и решил по-быстрому свалить, я не знаю. Ну-ка. Ну вот смотри, он подобрал вот этого бомжика, смотри, давай за ним. Ну-ка, да. Он, это может быть, знает, да, что-нибудь такое. Ну-ка. Джей Клаус. Так. Ну-ка, интересно. Мы так с тобой неприметно едем. Да. Мужики, так, давай спросим. Давай просто допрос устроим. Давай. Сэр. Что вы делали у того человека в машине? Так. Какого? В зеленом... Да, в зеленом машине. Как эта тачка называется? Сталион! В зеленом Сталионе. Так. Вы сели в него, а потом вышли. Давай я вас сфотографирую так издалека. Да. Скажите. А вам не кажется, что это мое личное дело, сэр? Скажите, пожалуйста. Уже подозрительно как-то, да? Вы что-нибудь получили от него? Ведь так? Ну смотри, вот. Я хотел, чтобы он меня подвез. Ну да. Отпадочки пошли. Да. Ну конечно. Ладно. Всего доброго. Ты его сфотографировал? Да, сфоткал. Спасибо за информацию. За инфу. Тогда я его тоже напоследок сфотографирую, чтобы у меня тоже был небольшой материал. Все, я его сфоткал. Джей Клаус, мы запомнили его имя. Так, Димон, ты готов садиться в тачку и... Раз. Так. Давай. Погнали. Оп. Ой, смотри, что творит. Не, ну он просто больше меня... Просто смотри, я вот выкидываю его из тачки и... Хорош. Так. И меня выкидывает к зеркалу! Короче, F9. Давай. Короче, ребятки, знаете, в чем сейчас был прикол? Вот меня кикнул, я выхожу из дома, и просто перед моим домом стоит Туризма. Вы понимаете? Туризма.
И как бы, чтобы вы видели, ну, чтобы я не просил у админов, да, так, как бы тачку, вот смотрите, вот я вам пролистал, как бы чат, да, всякое такое. Вот, то есть, что реально тачка просто стояла, я не знаю, как она здесь оказалась вообще, но нам-то это все равно в плюс, потому что мы теперь быстрее доберемся до... Кстати, нам нужно созвониться. Давай, Димон, а, давай, все, ты подъехал, я не заметил. Так, давай созвонимся. Я помню номер телефона того чувака, там, по-моему, 455-115, что-то такое было. Это тот, кто задание давал, да? Да, по-моему, он, Сальва. Нет, слушай, не он, походу. Давай все-таки проверим по финду. Так, 4-4-5, вот, одну ошибку просто в номере допустил, я написал 4-5-5, а надо 4-4-5. И, так, фотография у нас, куда ехать. Так, все, сейчас нам напишут, куда нам нужно приехать, и надеюсь, нам дадут какое-нибудь вознаграждение, да, даже если не дадут, на самом деле, все равно задание было реально прикольное, да. Понравилось. Интересное задание было. Ребята, не знаю, как вам, но нам оно реально понравилось. А если вам оно понравилось, то обязательно ставим его, щеки, потому что если вы хотите увидеть еще таких же РП-заданий, то, соответственно, пишите об этом в комментариях, чтобы мы знали, что вам вообще нравится. Да. Так, ну, казино 4 дракона, то есть нам нужно ехать в то самое место, собственно говоря, от которого мы и начинали. Так, ну, на такой машине мы-то доберемся быстро, и минута не пройдет, как мы уже окажемся у казино. И, блин, все-таки я хочу себе туризма, потому что туризма, конечно... Очень крутая, очень быстрая машина. Да. Так, звонят мне на номер телефона мой уже, но, ребята, как я уже говорил, когда мы снимаем, мы не отвечаем в основном на эти сообщения, потому что, ну, зачем отвлекаться? Мы это делаем, когда просто играем. Вот когда мы просто играем, мы весело проводим время с нашими подписчиками, которых встречаем просто во время игры. Вот, поэтому... Вот такие вот дела. Так, ну я уже вижу отсюда, в принципе, казино. И почти... Так, давай в дрифт. Оп! Вот, просто шикарно. Шикарно, кстати, да. Да. Ну, все-таки кто же за рулем-то сидит, а? Гонщик, да. Так, и вот, посмотри, вот так вот. Опа! Элитно. Слушай, что-то прям народ, но как-то у этого казино. Поэтому... И просто бомж... А, нет, мне показалось, что бомж просто сел сразу в автомобиль и уехал. Так, ну ты снова ждешь меня снаружи, получается, да? Потому что, ну, уровень маленький, как бы, у Дмитрия. Еще не... Сколько там тебе осталось? Мне кажется, чуть-чуть осталось до второго уровня. Да-да-да, там, по-моему, 2 часа еще. Так, Сальва. Фото у меня. Все прошло идеально. Так, Ми достал фотографии из кармана. Ми передал фотографии. Так, все, я передал фотографии, по идее, они сейчас должны посмотреть на них, взглянуть, что вообще там мы нафоткали. Ну, нафоткали мы, на самом деле, много там. Да. Потому что у меня осталась одна фотография из 15, то есть, было 14 фото, и плюс еще у Димана есть. Да, и плюс мои еще. А сколько ты нафоткал? Так, сейчас, я нафоткал 5 фотографий, я сделал. Серьезно? Да. Не знаю, я по одной фотографии с каждого ракурса там делал. Мне кажется, мы прям там с тобой много фотографий сделали. Ну ладно, на самом деле 19 фотографий это тоже нормально, поэтому ничего страшного. Так, они рассматривают пока что фотографии. Так, что скажете? Бекиссимо, это он. Это черт его... Это он? Да, все, мы нашли правильного человека. Класс. Но мне на самом деле интересно, что за итальянское слово «бекиссимо». Это, скорее всего, какое-то слово удивление такое, знаешь, я вот не знаю. Ну да, скорее всего, да. Или... Лука, взгляни на это, Санта-Мария. Боже, мне нравится, как здесь отыгрывают РП, ребята, ну это здорово. Согласитесь, что это реально круто, когда ты играешь с людьми, которые ну реально отыгрывают РП. Так, взял фотографии, они пока что между тут друг другом, получается, обсуждают эти фотографии. Они думают, это он или не он, но, как мне кажется, это он, потому что они уже сказали то, что это серьезно тот человек, которого мы искали. Так. Ой, так, смотрит на фото через плечо Луки, ни хрена себе. Просто как же они отыгрывают РП, мне это серьезно нравится. Так, отлично. Я тогда пошел. Все, мы выполнили, да, задание свое? Нужно будет сделать еще что-то. Мой номер телефона у вас есть.
Так, ну все, он мне пишет, типа, ты хорошо поработал, конечно, но мне кажется, все-таки 10 обойдется без вознаграждения, потому что, ну, не знаю, как бы... ну, конечно, было бы здорово, если бы мы сейчас получили что-нибудь, но на самом деле, ребят, не важно. Самое главное, это удовольствие, которое мы проходили. Безусловно. Да, все, чао. Чао. Все, короче, я выходишь? Выхожу. Давай. Да, ребят, ну, как мне кажется, на этом пора заканчивать. Такое вот сегодня РП-задание у нас получилось. В принципе, все прошло, как мне кажется, на высшем классе, то есть на высшем уровне. Вот, и если вам понравилась такая серия, ребят, то обязательно ставим большие пальцы вверх, подписываемся на наш канал, на мой канал, на канал Тимона. И оставайтесь, естественно, с нами, ребят. Также не забывайте комментировать наше видео. Ну, и на этом, собственно говоря, все. Всем пока-пока. Всем удачи, ребятки. Пока-пока.